Привет. Наши трофеи с моря делаем зеленый борщ. Мы, кстати, красный уже сделали с утра. Немножко сделаем зеленый шиповник, одуванчик, я вам потом покажу, как из них делать. А чай засушить очень молодильный. Такой эффект имеет. И квас можно, да. Я уже молчу про варенье из одуванчиков. И календулу мы забыли с вами. А мы вообще в царстве зелени. Мы с вами в царстве цветов. Видите, как нас любят. И дальше там зелень, видите, у меня камелия. И я еще укореняю лаванду и розмарин. Розмарин, да, лаванда нет. Так, наши камелии. И вот горошки у меня вылезли уже тоже. Ну, посмотрим там дальше на перчики и помидорчики. А это у нас тыквенные. Там у нас целое семейство всех. Ну все, давайте горошком закончим красиво. Вот так. Обнимаю вас горошком. Чао-чао. Вот такой красивый новенький горошек.